Я собралась сегодня еще сделать соус из помидорок, перец, помидорки, чеснок. Сейчас я все это сложу в форму, прям в таком целиковом виде, скажем так. Поставлю духовку градусов на 180 и на часика-полтора, чтобы у меня все это запеклось. А потом я все пробью блендером и закручу в баночки. Получается очень вкусный соус. Мне какая чесночинка, там, с целую мою ладошку. Две штучки у меня вышли на 70 рублей. Вот так оно все это выглядит. Чеснок я чистить не стала, просто посрезала верхушки. Потом он очень легко выдавливается. Еще возьму прованские травы. Просто вот так вот сверху немножко посыплю. Соль, черный перец и потом еще прованские травы я буду добавлять уже, когда буду взбивать. Вот такой соус получается уже в взбитом виде, достаточно густой. Приготовила зелень, нарезала. Сейчас я его буквально прогрею, доведу до кипения и разложу по баночкам. Это очень вкусно, попробуйте.